Где же наше все воспитание подевалось, если в Верховном Совете уже такие дела творятся? Вот Алексей Кучеренко, вы его так многие помнят, он был при Ющенко министром жилищно-коммунального хозяйства, а сейчас депутат от одной из фракций. И вот он, когда закон за землю обсуждали, он подошел, попросил, кто вел заседание, первый зам, чтобы он успокоил депутата от «Слуги народа». И у них началась перепалка, и тот его сказал, что ваше время вышло. Кучеренко ответил: клоуны малолетние. А депутат от «Слуги народа» матом ему ответил. Ну просто оно становится аж так немножко страшновато, когда такое быковство, можно сказать, это не на улице, где-то в подъезде темном гопники ходят, а в парламенте. И вот вы посмотрите, как это все, с каким это говорится, злостью, с такой вот, ну, уголовщиной. Ну вот оцените это сами и напишите, что вы такое думаете, что это ваши законодатели, которые определяют ваше поведение, вашу мораль и ваши финансы и всю вашу жизнь. Ну разве так можно? Я вообще не с вами разговариваю. Я с вами не разговариваю. Вы клоуны малолетние. Сейчас за клоуном. Идите к фишке, пишите воспоминания. Вот именно. А за клоуном вы сейчас пизды получите. Вы поняли?